Добро пожаловать на Марс, самую непокоренную границу 21 века. Не секрет, что многие современные игры успешно выезжают на какой-нибудь одной крутой фишке. Прототайп вытягивал главный герой, который творил беспорядки в городе. Со всех сторон невыразительный Уилман спасали лихие погони и сумасшедшие трюки главного героя. Ну а в Red Faction Guerrilla таким вот козырем стала тотальная разрушаемость. Но вообще говоря, разработчикам из Valation мысль позволить игроку разрушить все, что душе угодно, перешла не вчера, а стала идеей фикс еще со времен самой первой Red Faction. Уже в далеком 2001 году разработчики обещали, что позволят разобрать каждый уровень на кирпичи, для чего даже был придуман особый движок под названием GMod. Впрочем, 8 лет назад цели достичь не удалось, а разрушить позволялось далеко не все. Чтобы прийти к намеченному результату, разработчикам пришлось упорно трудиться несколько лет, а в итоге и появилась Red Faction Guerrilla, где балом правит настоящий хаос. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пли! Новая история снова отправляет игрока на Марс. Силы EDF, 50 лет назад уничтожившие богопротивную корпорацию Ультер, теперь сами превратились в тиранов. Притесняют бедных рабочих, убивают невинных граждан прямо на улицах, вламываются в дома и творят прочий беспредел. Владимирский Централ, ветер северный, этапом истерии, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, ветер северный, когда я банковал. Наш герой Алек Мейсон прибывает на Красную планету, чтобы устроиться работать на шахту подрывником. Но судьба распорядилась иначе. Брата Алика убивают прямо у него на глазах. Потом Мейсон выясняет, что братец был активистом подпольной организации Red Faction. Ну и в итоге наш герой сам становится партизаном. Причем цели у него сразу две. И Марс освободить от угнетателей, и за родственника любимого отомстить. Но такой простой сюжет служит лишь ширмой для будущего Армагеддона. По словам разработчиков, реализовать стопроцентную разрушаемость им мешало то, что игры серии всегда строились из закрытых уровней, так что игрок мог бы рвануть что-нибудь не так и не то, а в итоге потерял бы возможность продвинуться дальше. В Red Faction Guerrilla эта проблема решена с изяществом слона. Разработчики просто сделали открытый мир на манер какой-нибудь GTA 4, оставили одинаковых строений ящиков, связали важные пункты дорогами и мостами. Мол, дорогие игроки, веселитесь, чтобы чертям в аду стало жарко. Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда. Побродил по скверам, рассмотрел дома. Если бы на Марсе... Ну и действительно... В Red Faction Guerrilla разрушаемость – главная достопримечательность. Любое строение можно разнести к чертовой бабушке, причем самыми разными способами. Кто-то займется упорным уничтожением зданий при помощи кувалды, другой будет использовать мины, третий – ракетницу. Но вне зависимости от выбранного метода, домики в игре разрушаются максимально зрелищно. Причем процесс развала старается максимально соответствовать законам физики.
Чтобы, например, обрушить огромный ангар, совсем не обязательно отбивать ему кирпич за кирпичом, достаточно подорвать опоры, а дальше он сам, натужно поскрипывая, рухнет в пыль. Уничтожать можно все, это весело и в целом безопасно. Дорогу к финалу сам себе точно не закроешь. Дело в том, что и структуру миссии разработчики сделали предельно простую. Чтобы освободить Марс, нужно отбить у солдат EDF 6 секторов. Для этого в каждой локации нужно выполнить несколько обязательных миссий, а также пару десятков дополнительных заданий. Если же, взявшись за миссию, вы ее успешно провалили, то ничего страшного. Загрузка с ближайшего чекпоинта позволит исправить роковую ошибку. Причем так сложилось, что выполнять необязательные миссии куда веселее, чем сюжетные. Дополнительных заданий много, а почти все они педалируют тотальное разрушение всего вокруг. То нужно за ограниченное время уничтожить строение, то помочь партизанам взорвать важный военный объект, то вдруг самому приходится под вой сирены и в окружении врагов уничтожать стратегически важные здания захватчиков. Выполнение дополнительных заданий архиважно. Успешное их выполнение поднимает мораль партизан и понижает ее у EDF. Заряд успешных миссий дают новые крутые апгрейды, а герой еще и получает бонусный хлам, за который эти самые апгрейды и покупает. Наконец, это просто безумно зажигательно и весело. Ведь миссии встречаются разнообразные. То вот на танке приходится ездить, то управлять таким вот безумным роботом. А если мораль сопротивления высокая, то на помощь в бою приходят еще и граждане, так что дискотека становится совсем уж веселой. Кроме неплохого одиночного режима, Red Faction Guerrilla может похвастаться увлекательным мультиплеером. Там почти все режимы игры связаны с разрушениями. К вашим услугам 25 карт, масса улучшений и бонусов. Мультиплеер в игре сделан очень качественно и затягивает с головой. Red Faction Guerrilla в общем оправдала ожидания. Перед нами внушительных размеров Марс, возможность разносить в труху любые строения и отменный мультиплеер. Единственный минус все-таки в том, что сингл через некоторое время может наскучить. Все-таки миссии начинают повторяться, да и Красная Планета довольно унылое место. Но с другой стороны, в этот самый момент стоит отправиться на мультиплеерные поля сражений.